Вот, блин. Короче, не доехали мы до деревни. Даже на нашей супермашине. С лысыми колесами. Ладно, завтра посмотрим, что можно будет сделать. Если ты каким-то макаром доехал вот до этого места, то мой тебе совет: разворачивайся и ищи другую дорогу. Потому что здесь, ну, проблематично проехать. Сейчас я вам покажу. Блин, еле дошли, короче. Пешком-то с Кирой. Вот, взял на всякий случай бензопилу с бензином. Разбавил сразу с маслицем. Вот. А вчера, ну вот так вот мы завязли. Причем она двигается вперед-назад, вперед-назад. Ну и все. Больше никуда не идет. Вот и дерево здесь поваленное есть как раз, чтобы приподнять машину. Вот. Сейчас я примерно прикину, сколько чего нам надо приподнять. Ну и будем пытаться ее как-то вытащить. Это вот сильно колесо вообще ушло. Ну ладно, что, продолжим. Пока. Да, Кир? Иди пока погуляй. Вот. А я сейчас начну вытаскивать всякие примочки. Так, ну что, какие-то деревья нам сейчас понадобятся. Вот. Вот возьмем, наверное, пятак какой-то. Вот. Не очень толстый. Вот это, наверное. Это чтобы домкрат можно было на что-то поставить. О. Ну и потом посмотрим. Может быть, вон тот побольше, просто его распилить чуть-чуть поменьше, да, Кир? И все. Так, ночью, когда гонзали вперед-назад, вперед-назад, она прям упиралась во что-то. Сейчас глянем. А, ну это мост упирался. Мост упирался прямо в грязь. Вот глушитель тут натер. Понятно. Значит, все правильно мы делаем, что мы его так вот задрали. Сейчас мы задерем еще на всякий случай вторую часть. Ой, вторую сторону. И попробуем назад выехать. Вот, потому что вперед, ну, я вам скажу, нету вариантов. Тут-то вообще, видите, да? Вон мост елозил вперед-назад и буф, упирается буф, назад и вперед, короче, прям удары такие. Вот. Ладно, сейчас опустим и посмотрим, что у нас получилось-то по факту. Нам надо чуть-чуть стронуться, а дальше должна пойти. Так, опускаем машину. Так, подложили под эту сторону, под левую половую доску, и под нее еще положили бревнышко, чтобы оно оперлось на нее. Так,
А с этой стороны тоже лежит такая доска. Но ее уже почти не видно. Вон кусочек. И вот кусочек. Сейчас мы ее заведем и попробуем стартануть. Посмотрим, что получилось. Получится. Я думаю, что мешает нам проехать вот эта куча. Сейчас мы ее аккуратненько отсюда удалим и попробуем еще вот тут вот кучу удалить. Ее сейчас здесь не видно, но она вот где-то в этой области. Мы сейчас вот так прокопаем и попробуем оттуда вытащить. Все, Кира, отойди оттуда. Отойди. Я сейчас поеду, а ты сходи. Так, ну что? Ну вот видно мост. Он прям полностью мешал двигаться. А грунт здесь жесткий. И поэтому вот с нескольких качков только умудрился стартануть. И все это потому, что не очень большой радиус колес. Вот, надо, конечно, побольше ставить. Ну все. Это что такое? Камушек сюда. Вот. Ладно. Сворачиваемся. А по-моему, нет. Вот чуть-чуть я не доехал. Вот где как раз заканчивается этот участок. И вот на обочине снег. Вот. Вот там вот я застрял. В тот раз на Форде. Вот. Ну, сейчас-то вообще дорогу разбомбили. Конкретно. Сейчас будем какие-то другие пути искать, чтобы проехать. Семья-то у меня в деревне. Надо их забирать. А сегодня еще Пасха. Нужно поехать кулички осветить. Вот. И собаку к ветеринару свозить. А то мы там анализы делали. Ну, прописали ей там лечение. Хотим, полегче стало или нет. Че, Кир, смотришь, насколько я сильно засадил машину? Да? Да, глубоко. Что там?
Uh-huh.